Здравствуйте. Добрый день. Мир вам, Игнатий Тихонович. Да. Вы меня слышите хорошо? Да, хорошо слышу. Вот месяц прошел, у меня появились новые к вам вопросы. Сейчас вот я... видите? Хорошо, говорите, я сейчас свет включу еще один. Так. У нас все записывается, выставляется. Согласен. Не против, да? Не против. Хорошо, да. Говорите. Конечно, хочу поприветствовать то, что бороду я отращиваю. Ну, слава как Господу. Вы, послушание Богу. Слава тебе, Господи. Вот, и первый вопрос о старообрядцах. Вот я им симпатизирую, появляется мысль уйти к ним. Что посоветуете? Ну, вы сами смотрите, что. Какие старообрядцы-то? Есть у них там священство или нет? А вот которые в лес уходят, и там дома строят, и дети там, и скот разводят. Я же не знаю. Вы сначала разобретесь, куда голову-то сунете? Вы сначала узнаете, кто они. Если нет там священства, то это по-сегодняшнему даже и не церковь. Это то, что ушло в раскол. Без священства-то спасения нет. Это не церковь. Должен быть епископат от апостольских времен. Если это Белокреницкая иерархия, то это законное священство. Или Новозыбковское. У этих митрополит Корнилий, а там патриарх Александр. Вы разберитесь сначала. А вот протопоп Аввакум, он был вообще раскольник? А с чего ради-то он раскольник-то? Он как раз и был самый верный. Он держался за то, что принес князь Владимир Сергий Радонежский. Раскольник это не икон, он расколол. Это вот реформы, да, вот эти? Конечно. Икон. Ну колол-то топор, не щурка же колола-то. Ударили-то кто реформой-то? А протопоп Аввакум это патриот старой веры. Он сожженный, он мученик. Двумя перстами или тремя креститься, вот он двумя. Это равноспасительно. Это равноспасительно, да? Да, так принято уже в 1971 году. Московская патриархия это издала, устав такой. Хорошо, второй вопрос. Недавно патриарх Кирилл встретился с Папой Римским. Какое может быть общение с еретиком, смысл вообще этой встречи? И вот это вот все. Для чего это все было? Я уже много раз отвечал. Меня за это упрекают, что я одно и то же говорю. В этом он не еретик. Запомните, патриарх не виновен ни в чем. И нападки на него не обоснованы. Все на этом. То, что вот папа, это же католик. Он встречался с католиком. Еще дальше-то. Что он сделал, неладно это. Я не помню, как сдурели на патриарха. Кидаются, как собаки. Нет, я не про патриарха. Вот суть, смысл вот этой встречи, объединения. Для чего вот это? Никакого объединения не было. Не было. Он встретился. Ближе друг к другу узнать, что там за дверями делали, мы не знаем. Говорить о том, чего не знаем, зачем же грешить языком-то? А патриархе надо молиться, что Бог его спас от монахов, которые его грызут со всех сторон. Согласен. А вот то, что вот против ИГИЛ, что-то там, вот что со всемирным злом бороться там, нет? Это он говорит по делу. Но сделать он ничего не может. Тут делает кто-то другой. В данной встрече не замешан он был, как греховный человек. Напрасно на него нападают. Я просто не знаю, что такое. Ну, простите, что задал такой вопрос. Да. Дальше. Вот, и вот лично вам вопрос вот у меня созрел. Вот хотел все задать вам его. Вот относительно тюрем. Можно, да? Вот, кого? Разрешите? Тюрем. Про тюрьмах. Про тюрьмы. А. Вот, вы были в тюрьмах. Да. Вот. Вот как выжить в тюрьме православному вообще человеку и как быть полезным для спасения заключенных вообще, если вот там вдруг получится так? Ну, еще до ареста я просил всех молиться, чтобы не оставил дух молитвы. И даже баптисты, которые уже сидели не один раз, они спрашивали, а что это такое? У меня день там был разбит примерно на 5 периодов. Каждый период это час, не меньше, час 20, час 30 молитва. Я вставал подъем в тюрьме в 6, я вставал всегда в 4. Господь меня поднимал. До минуты точность. Никогда днем не ложиться. Псалтырь просчитывался у меня за 2 дня. Псалтырь. Новый Завет. Каждую неделю полностью Новый Завет с откровением.
Я псалтырь там крупным шрифтом переписал весь на бумагу, чтобы легче было читать. Там темно, темновато все-таки. Все посты соблюдал там, молился. Каждый день с 8 до 10 у меня была проповедь. Все молчали, смотрели за порядком, там пахан старший. И были на 70 человек, 3 человека, которые не курили. Они тщательно мыли руки, я им давал в руки Новый Завет, они считали, я его растолковывал. У меня люди становились на молитву, я даже не оборачивался, вот только утром узнавал. Говорит, вот я был в Ташкенте, говорит, вчера, говорит, 7 человек сзади, говорит, на колени становились. Можно мы тоже с вами молиться будем? Как обращались люди, как нас отсаживали. Я объяснить не могу, это благодать Божия. Человеческого тут ничего нету. Я разговаривал с отцом Глебом Якуниным, священник православный, патриархийный. С другими, ни у кого ничего такого не было, ни у кого. Он говорит, тут был священник, там, ну, лежал и все, больше ничего не было. Меня лежащим никто не видел, кроме ночи. Я строго держал себя. В 4 часа встал, обтерся холодной водой и полная тишина. В одной камере просидели 3 месяца, меня никто на горшке даже не видал. А вот как-то вот проблема с туалетом, опять же, там... Ну, там все, там есть, тачок есть. И ширма так, закрыться можно. Но так как я вот другой распорядок имел, то вставал рано, они к утру маленько утихнут, и потом меня никто не видел. Как ты себя поведешь? Ни в какой спор не встревать. Только молился. Из камер уже стучат, передают там, и мы пошли на суд, там, скажите батюшке, чтобы помолился. Вся тюрьма буквально знала. И только привезли этот, мысли, Новокузнецк. И сразу же пошли записки. Я тут же начал отвечать, и тут же начальнику это попало. То, что я краткое содержание, как от Адама до наших времен, написать. Это ваша работа, наша. Теперь он меня расспрашивает, следователь, там, ну, помощник начальника тюрьмы. Господь защищал. Чтобы за это меня наказали, угрозы были от начальства, но наказания ни разу не было. Не было. А вот хотел спросить вот про вот понятия вот эти вот. Сейчас они как-то навязываются. Ну, большинство понятия. Ну, понятия какие? Вот показывает, он заходит в камеру-то. И кто ты такой? А он борец такой, показывает, как он всех бьет. Ну, спать-то он ляжет. И в первую же ночь его зарежут. Я захожу в камеру, дверь закрылась только, я перекрестился. Мир дому сему! Сразу один отрывается, вся камера замерла. Я так громко-громко скажу. Подходит, так, какая статья? Я говорю, 190 прим. А что это за статья? 190 это милиционера зарезало или что? Вы что, против власти были? Нет, это прим. А что такое? Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй страны. Это приписывает. А на самом деле это за божественно взяли это. Ну и дальше разговор идет. Он прям мгновенно сразу подходит, а камера, если она на 70 коек, то там 210, в 3 раза больше. И поэтому спят по очереди. Вам где бы хотелось быть? Он меня спрашивает, где бы ты хотел быть? Я говорю, где тут поближе к воздуху? Он подошел, где решетки, жалюзи вот так вот, ну как, намордник с той стороны еще надетый. Так, долой. Посмотрел на второй этаж, на вторую шконку. Так, тоже уходи отсюда. Ногами болтаю, что все, ни один больше не подойдет. Их уже там по 4, а мне одному 2 койки. А недосып вот это сказывался как-то, вот что вот недосып. Понимаете, это от Бога. Вот только приехали, свели, выдают матрасы, где они там бывают и перемощены, какие угодно. А выдает один из баландеров, там, прислуги. Он такой же заключенный, но его как-то откупили, чтобы он работал тут. Он мне так, отходи в сторону, я отошел, он всем выдал, меня заводит, и у него 2 матраса лежат или 3, новые, нетроганные. Отец, это для вас. Он меня первый раз видит, я этапом, подводит к простыням, там половина грязная, там все, мне подводят, они как накрахмаленные, вот 2 простыни берите. Бог уже его берет, я еще не приехал, ему уже сон. Как в камеру я захожу сразу, вы Бог, я говорю, какой же я Бог-то? Я сегодня видел, к нам в камеру придет Бог. Когда ты идешь за Богом, Бог так делает. Я рассказываю не басни, я говорю реальность. И как? Какие понятия? Нигде в разговор не вмешивайся. Ни в какой. Сказал и отошел. Молитва. Я делал каждый день примерно по 1500 поклонов только. Поклонов. Я рассказываю вам как. Каждая молитва у меня была час-полтора. Ну, фильм я ваш посмотрел, глаз вопиющего. Ну, понимаете, это Бог делает, человеку это невозможно. И они уже знают, вот, допустим, я не ем тут, а рыбу иногда варят на воде.
Ну и вдруг Благовещение. Но я-то раньше встаю. И они раньше человека послали с кухни, и который охраняет, ну она не офицер, там сержант, и с одним из этих баландеров, и приносит большое такое, как это сказать, противень или что-то, и на нем селедка рядами лежит, специально приготовили для меня. Это невозможно, я не просил, не знаю. Я теперь даю чашку склада, я всю камеру эту буду кормить. И все понимали как. Вот утром дают там сколько, отрезали половину, нет, полтора кирпича дают. Это, а вот это полиция. Бог делает. Один подошел охранник, слушает, послушал маленько, говорит, что он копается. Он купил себе, сам купил. Вот такой кусок сыра вытаскивает и мне на кормушку. Это вам отец. Свое отдал. Ну, я загипнотизировал его, конечно. Я же зомбирую людей-то. Не, я не верю в это. Нет, а в пользу-то все. Я гуру, я зомбирую паразитов. Вот польза-то вот для спасения заключенных же была же, все равно же у вас там, какая, да? польза. А когда я вернулся-то из лагеря-то, и теперь 17 лет сотрудничаю с тюрьмою, каждый год мне благодарности оттуда. Иду по камерам, достаю динамики, выступаю, записываю проповеди. Их крутят без меня. У меня работа настоящая была. Ну, на Пасху мы яйца красили, разносил по камерам. 3700 человек. И все знают. Так они освобождаются, меня ищут еще здесь. Чем-то отблагодарить. Это дело Божье. Человеку это невозможно. Это благодать Божья. Благодать. Это благодать делает. Чтобы ты делал с любовью. Иди там, где туберкулез, ты сам заразишься. И что, вот собаку можно съесть и вылечиться от туберкулеза? Вот есть такое вот? Или действительно, она помогает. Или суслик. У меня один брал, я сусликов когда ловил, он ел и вылечился. В пути Господни неисповедимы, действительно. Борсущий жир хорошо помогает. Ну, у меня, когда я вернулся, а я из тубдиспансера, меня освободили-то по указу Президиума Верховного Совета. У нас 210 политзаключенных было. 25 марта 1987 году. Ну, встали там, узнали какое-то лекарство. Это алоэ, морков, там все это напаривается как-то. И меня... У меня туберкулеза не было, помутнение было, потемнение бронхов всего. Меня 13 дней в холодильнике держали. Ну, уговорили, да. Ну, все, я нормально, у меня совершенно... Ну, бронхи-то такие остались, раз испорченные. Но я живу сколько уже лет. Слава Богу. Да, Бог силен воскресить из мертвых. Ну, хорошо, спасибо. Четвертый вот вопрос хочу задать. Мария, мать Иисуса... Имела ли первородный грех от Адама? Нуждалась ли она в искупительной жертве? Церковь возвеличила ее весьма. Обращаемся к ней. Спаси нас, ведь один... имеется в виду, ведь один спаситель у нас, Христос ходатай. А как-то вот равно это получается, равнозначно. Такой вот вопрос. Так, первородный грех был все. Все дети в Адаме, все умирают. Это католики придумали, что она бессеменно зачатая. Ее касается это. Она нуждалась в Искупителе, в Сыне Своем Иисусе Христе. И она омыта Его кровью. Если бы она умерла бы до распятия Христа, до Его распятия, она бы пошла так же, как все преисподние места, и там бы ждала Его. Но она умерла после распятия, и поэтому дверь уже была открыта. А что спаси, церковь так постановила. А как спаси? В свои времена Бог в трудное время давал спасителей, Библия говорит, спасителей, как? Молитвами, ходатайством. И поэтому тут ничего противоречащего Священному Писанию нету. Она ходатайство рода человеческого, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас. Церковь так повелела, мы так и делаем. А вот есть такие вот предположения, конечно, я не знаю, верить, не верить, что Бог, когда через нее воплотился, он изменил ее душу как-то, вот очистил ее, что ли, вот как-то вот так. Ничего вот, этого не написано, не надо говорить, чего нету. Ни одного слова в Библии про это нету. Угу. И он ее припоручил возлюбленному ученику Иоанну, все матерь твоя, все сын твой. И он о ней заботился. Ну а дальше уже житие говорит о том, как она почила, успела, успение было отмечено. Ну и дальше уже по житиям. Угу. Хорошо.
Так, вот следующий вопрос. Даниил был брошен в ров львиный. Почему его звери не тронули? И вот относительно Серафима Саровского, кормил медведя с руки и не терпел никакого вреда. Медведь ему ничего не делал такого. А звери чувствуют святость? Вот тут что? Вот, механизм какой? То, что говорит, он постился, и звери постились, не ели его. Он был оклеветан. А когда бросили, кто его оклеветал, они, говорят, даже до дна не долетели, львы уже разорвали их. Это милость Божия. Адам в раю был, звери его не трогали. Вот мы считаем, у Флорентия был медведь, он на нем воду возил. У Герасима, у него лев был, и он на нем воду возил. Он занозу ему вытащил, и лев благодарный. Вот у меня птицы даже, вот голуби, кошки, собаки на улице. Я всех везде кормлю. Они у меня со всех сторон ко мне несутся. Животное понимает это. Но у них своя душа, своя животная душа. Да, Господь вот что-то им дает, говорит. И скот чувствует гром там. У Евы это написано. Угу. Хорошо. Вот. В Евангелии от Иоанна, 2 глава, был брак в Кане Галилейской. Там было 6 каменных водоносов. Они служили для очищения иудейского. Что означает это очищение, вот это вот, что вот, для чего? Водой вот омывается, вот? Водой. Когда приходил вот человек, то слуги омывали ему, как Христос умыл ноги ученикам. И они нас носили, ну, считается, по четыре ведра в каждом было. И Господь превратил это в вино. Людей было много. И поэтому они для очищения, у них такой порядок был. Ходили-то в сандалиях, ноги были пыльные, и он умыл ноги. А Господь и сказал, говорит, я пришел к тебе в дом, ты ног не умыл. А она, как зашел, не перестает ноги целовать блудница. Он упрекинул его за это даже, что он нарушил обычаи иудейские. А почему 6-то каменных, именно 6 числов? Ну, он так считал 6. Могло быть 5, могло 4. Значит, был достаток. Они были высечены, не глиняные. Хорошо. Вот. И еще раз к Марии вот хочу вернуться, Матери Иисуса. Вот было ли у нее принято крещение от Иоанна? Приняла ли она его? Не написано. Нет. Ничего не можем сказать. Если кто-то говорит, должен иметь подтверждение. Вот Антоний Блюм тут очень хорошо говорит. Много наплели, чего нету. Что она была во святая святых, в алтаре этого не могло быть, ее бы сразу убили вместе с Захарием. Никто не имел права святое входить в святых. Только один раз. Первосвященник и тот жертвою, не без жертвы. А девчонки там ни окон, ничего, что там было делать-то? Ну, это монахи наплели. Мы в это не верим. Вот Антоний Блюм, митрополит, он так и говорит, это не могло быть этого. Так, вот следующий вопрос. Кто такой Мельхиседек? Может, Христос или кто другой? Нет, это человек. Неизвестно, откуда пришел. У него нет ни начала, то есть биографии его нету. И подобие ему – это Христос по чину Мелхиседек. Это был прообраз Христа. А это был обыкновенный человек. Обыкновенный. А у него какие-то звания или что? Кто священник. Он такой? Священник. Да. Мелхиседек. Есть ли разница между блудом и прелюбодеянием? Есть, конечно. Блуд – это не женат, а прелюбодеяние – измена супружеской верности. А грех там один и тот же. Но за прелюбодеяние от эпитемия строже. Потому что у тебя лекарство было рядом, законная жена. Зачем ты потянулся, как кобель бесхвостый? Куда пошел? А в мыслях, если тоже я глянул, то значит все тоже согрешил, да, мысленно? Ну, согрешил, но эпитемии за это нету. Это Господь просто предохранитель нам поставил, а мы пережигаем его. Приближается пост. Да. Вот это как заключительный вопрос. Вот. Будет прощенное воскресенье, все просят прощения. А вот бывают такие моменты, человека не знаешь, совершенно неизвестный, незнакомый человек, стоит ли у него вообще прощение? Это обман. Это старообрядческое христорадищение. Простить кого-то обидел. А кого не обидел, еще просить-то. Да не так, что то есть... попросил прощения, а глядеть на него не могу. Просил, забыто, стерто, все кончилось.
Так, и вот еще небольшой вот просто такой вот наболевший. Тут я посмотрел ролик, там где это беседа у нас была о Бородета. Да. Что, и там внизу комментарий ролика, что меня посчитали, там человек написал, что я алкоголик там, и значит меня к батарее нужно наручниками приковать и кормить сухарями, в общем, и какой-то ну, Сергей. Я не помню да, такого. Это вот там вот ролик, вот посмотрите, и меня так убило это, что как я алкоголиком стал. Ну а вы так докажите, что не так. Докажите, по глазам, в руки, по глазам. Руки не берите никогда. И все на этом. Доказательство нашей жизни. И по поводу ролика, вот помните, может быть, с отцом Сергием, вот да. Почему-то он не появился в сети, вот где-то вот мы вместе ну, там с ним. Дальше он же раньше был, там посмотрите, он там стоит где-то. Его фотография там прям видно сразу. Если искать будете, увидите его фотографию. А как ролик, не скажете на название это? Ну как на название, я не знаю, там смотреть надо. И где я запомню, у меня 4150 роликов. Ну все, спасибо вам большое. Спасибо, Христос. Все, с Богом. Отключайтесь. С Богом. Во славу Божию. Да.